Партия трюфелей впервые реализована через БУТБ. Пилотную закупку элитных грибов на биржевых торгах провел один из ведущих производителей молочной продукции. Общая сумма четырех сделок составила 97 тысяч рублей. По данным БУТБ, трюфели планируется использовать в качестве вкусовой добавки при изготовлении премиальной линейки сыров. Заявка на покупку была размещена на площадке промышленных и потребительских товаров, которая позволяет приобретать товары в круглосуточном режиме.